Ситуацию с чрезвычайными происшествиями в режиме реального времени отслеживают спасатели. Интерактивная карта неблагоприятных и опасных явлений доступна также на сайте МЧС. Сюда стекается информация со всей страны, и сегодня видно, что из-за снегопада опасные условия складываются повсеместно. Мокрый снег местами с дождем способствует образованию гололеда. Спасательные подразделения пока работают в обычном режиме, но если ситуация станет критической, его изменят на усиленный. Мокрый снег, его масса достаточно велика, и возможно обрушение конструкции, возможно повреждение линий электропередачи, деревьев. И, соответственно, уже сейчас собственники зданий должны подумать о том, как они будут с соблюдением техники безопасности очищать кровли от снега и сосулек. Спасатели рекомендуют без необходимости не покидать дома пожилым людям, всем пешеходам держаться подальше от строек и незакрепленных конструкций. Серьезную опасность представляют и ледяные образования на крышах. Сложная ситуация со снегопадами и налипанием мокрого снега сохранится и завтра. На дорогах синоптики прогнозируют гололед.